Для начала, друзья, вам нужно прибыть в автошколу, где вы сможете сдать на легковой, маршрутный и мототранспорт. Сейчас я буду сдавать на категорию Б. И, в принципе, друзья, тачки очень тут прикольные. Ну что ж, давайте не будем тянуть, смотрите, как я сдавал. Отвел меня в автосалон, где я все же взял машину Audi R8. Почему именно она? Ну, потому что она мне понравилась. Ну что ж, друзья, просто здесь очень большой выбор автомобилей. Я нигде такого не видел. Также, чтобы тачки не сперли, у них специально под рамой есть босс. Ну, не босс, а как он, Russian босс, правильно, да. То есть здесь есть кабан, еще машины. В общем, много машин. Я взял ламбу на тест, но все же взял Audi. В общем, да, тут небольшой выбор, всего 18 машин, но позже добавят. Ладно, друзья, пошлите смотреть систему. А сейчас, друзья, я вам покажу систему винил. Винил тут немного, но и немало достаточно. Сейчас вы скажете, то, что 200 винил, это много. На самом деле, где-то до 20 или 18 винила ваша машина просто станет черной. Либо же у меня просто не прогружались, либо они станут черной. Честно, не знаю, сколько всего реально тут будет винил, но я взял один прикольненький винил. В принципе, можно тут двигать на правую кнопку мыши, то есть осмотреть свой автомобиль. Это я увидел после. Ну а что ж, друзья, давайте пойдем смотреть другую систему. А сейчас, мои хорошие, я покажу систему номеров. Я поставил блатные, потому что мне так захотелось. И здесь очень большой выбор: русский, украинский, белорусский и еще какие-то там, честно, номера не помню. Да, в общем, вот выбирайте, можете любой блатной ставить, но я поставил лично блатной, давайте теперь перейдем к другой системе, систему тонеров. Ну, друзья, честно говоря, мы заехали в самую жопу негра, где только есть тонировка. Тонировка, в общем, может сказать, обычная, у меня только затонировал почему-то передние и задние стекла, может, боковые на Audi R8 нельзя, но в других тачках можно, как я понял, на Волге можно, у меня, в принципе, не было Волги, но администратора была. В общем... Давайте поедем к БУ рынку. Как он работает, сейчас вам покажу. В общем, БУ рынок находится рядом с банком. Ну, почти что банком, не знаю, что это вообще такое. Раньше был банк, я в синглплеере играл, это был банк. И вообще в других серверах, например, на Люме играл, это был банк. Сейчас вам еще покажем, как все действует. Меня телепортировало вот сюда, рядом. И, в общем, Lamborghini Aventador и цена. Также, возможно, сохраняются номера, возможно, нет. А теперь мы покажем вам мэрию, где вы можете устроиться на работу, и техника самих работ. Ну, в общем, друзья, мы прибыли в мэрию. Извиняюсь за лаги, у меня, не знаю, почему-то тормозит 25 кадров. Даже меньше, наверное, может, 10 даже кадров. Ну, реально, тормозит, извиняюсь. В общем, интерьер мэрии, сразу скажу. Ну, какой-то простенький. Даже не мэрия, а давайте называть это центр занятости. Простенький, старенький, простенький. Здесь вы можете... устроиться на работы грузчик, мойщик улиц, водитель автобуса, дальнобойщика и еще несколько работ. В принципе, ладно, давайте продолжим, покажем вам технику все, ну, технику. Итак, уважаемые друзья, в общем, вот здесь находится мойщик улиц, то есть за спавном, можно сказать, около спавна. В общем, вы на этом пикапчике устраиваетесь, берете любой транспорт и едете, так сказать, работать. Ну что ж, давайте поехали далее. Надо это к автобусникам. Думаю, про автобусы объяснять не надо. Все то же самое. Устраивайтесь на пикапчик, садитесь в любой автобус и едете по маршруту, который вам дадут. Вот такие вот автобусы у меня имеют. Очень
прикольные, ну, прикалывают даже, можно сказать. Сервер будет меняться, в общем, казино добавит это 100%. Да. В общем, ладно, давайте поехали дальше, не будем зацепиться. Ну, думаю, в принципе, хотя бы даже про ферму объяснить на то же самое. Выбирайте либо трактор, либо комбайн и садитесь. Два комбайна справа, два комбайна слева, и тракторов довольно много. В общем, прикольно, друзья. Все это заменено. Ну что ж, друзья, сейчас я вам покажу изюминку данного сервера. Поехали. И это, друзья, колесо обозрения. Сейчас мы, друзья, покатаемся на этом колесе. Поехали. Карусель, карусель, начинает.